Каждый из нас мечтает о маленьком магазинчике или мини-бизнесе, который будет приносить прибыль, и мы сможем со спокойной душой нежиться в домашнем джакузи и попивать кофе. Игра Shop Heroes погрузит нас в атмосферу продавца, но не простого продавца, а мастера на все руки, который будет разбираться в куче разновидностей товаров, начиная от мечей, броней, арбалетов, посохов и заканчивая различными зельями. Вы будете не только продавать, но и создавать. Все это при помощи кучи работников, которые будут это делать за вас. Данная игра позволяет окунуться в те средневековые времена, когда в городе стояла куча лавок, и каждый хотел всучить вам какой-то ширпотреб за огромные деньги, а если вы были еще и не из этих мест, то и вовсе нагреть вас на монеты. Здесь вы также можете предлагать товар людям и накручивать цену, а если вам нравится этот клиент, то и вовсе постоянно делать ему скидку. Чуток поторговав и скопив начальный капитал, вы можете нанять героев, которые будут работать на вас как рабы. По вашему зову они будут готовы ринуться в пасть к дьяволу, а именно в любые данжи, в которые вы их пошлете. Но кто захочет посылать своих людей на верную смерть? Конечно, им нужно самое лучшее снаряжение. Вы же как-никак их господин, да еще и мастер-торговец, высший профессионал своего дела. Когда вы станете популярным, друзья будут пускать завистливые слюни, а любая женщина прыгать к вам в объятия, вы станете чувствовать, что ваша власть может распространиться дальше какого-то маленького магазинчика и парочки рабов. Начнет приходить понимание, что пора начинать вкладывать ваши средства в город для получения благословения жителей и скорому продвижению на пути к мэру города. А уж когда вы достигнете небывалых высот в славе, жители будут шептать ваше имя с почтением, а вы будете идти по городским улицам с гордо поднятой головой в окружении своих самых преданных людей, на которых будут сиять доспехи словно солнце, готовое ослепить любого бросившего взгляд в вашу сторону. Вы станете богом среди мужчин, королем игры Shop Heroes и самым великим, искусным и непревзойденным мастером своего дела. Плюсы данной игры. Первое. Игра Shop Heroes находится в Steam, и она бесплатная. Может поиграть любой желающий. Второе. Мультяшная графика. Для ценителей, естественно. Третье. Донат можно добыть игровым путем. И четвертое. Интересный геймплей. Минусы данной игры. Я бы сказал, что после 10 левела сильно все упирается во время. Надо постоянно чего-то ждать. Отправляешь героев на задание – ждешь. Крафтишь предмет – ждешь. Улучшаешь магазин – ждешь. Постоянно нужно ждать. Но если иметь грамотное развитие магазина, это необходимо снижается к минимуму. То есть при крафте предмета ждете пару минут буквально, полторы-две минуты, даже несколько секунд. Поэтому все в ваших руках, дорогие дамы и господа. С вами был канал Акамарачи. Всем до скорых встреч.